635-е. Производство 50 тысяч тонн животных жиров синтетических. По одному триллиону, квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 636-е. Производство 50 тысяч тонн огуречного масла. По одному квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 637-е. Производство 50 тысяч тонн макаронных лекарств разных. С использованием никотиновой базы, например. По одному квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 638-е. Производство 50 тысяч тонн аквариумов. По одному квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 639.